Добрый день, дорогие друзья! Компания REST Property приветствует вас в Турции. И сегодня мы в гостях у наших клиентов Натальи и Леры. Девушки уже не первый год отдыхают в Турцию, арендуют вместе с нами апартаменты. Расскажите, пожалуйста, о вашем отдыхе. Отдых наш замечательный. Действительно, не первый раз мы отдыхаем. И все, конечно же, вот весь комфорт и сервис, который нас окружает, мы получаем благодаря компании REST Property. В очередной раз нас ждало комфортабельное жилье, оборудованное, оснащенное всем необходимым. Это и мебель, и бытовая техника. Как правило, предварительно мы выбираем жилье на сайте компании. Все всегда соответствует действительности. Фотографии, которые представлены на сайте, полностью подтвердились. И комфорт, и качество жилья тоже. В этот раз мы приехали в большую компанию, нас 7 человек, поэтому мы арендовали две квартиры. Они находятся рядышком, что очень для нас удобно. Далеко не все привыкли к такому самостоятельному отдыху. Расскажите, пожалуйста, почему вы выбираете не отель, а именно аренду апартаментов? Аренда апартаментов нам дает возможность быть полностью самостоятельными. Мы абсолютно не привязаны ни к какому отелю, тем более там графику, какой-то территории. То есть мы себя чувствуем, ну, такой вольной птицей. Приехали на машине, поэтому в любой момент мы можем поехать туда, что нам хочется посмотреть, увидеть. В общем, ну, день строится так, как хочется нам, правильно? Да. Вот. Поэтому, конечно, аренда жилья дает вот эту возможность быть свободным. И на самом деле, как бы, когда мы живем в апартаментах, мы чувствуем себя как дома, нам более комфортнее. То есть, если отель постоянно как бы что-то предлагает, какие-то экскурсии, ну, они же не всегда могут быть интересные. Или, например, с экскурсоводом. Вот. А мы можем сами взять и пойти и устроить ту же самую экскурсию, которая будет и дешевле, и, думаю, намного интереснее. А допустим, если понадобится помощь или возникнет какой-либо вопрос? Конечно, тут мы даже вот нисколько не думаем, не ломаем голову, как нам быть, связываемся. Ну, мы конкретно связываемся, конечно же, с Сережей, сотрудником компании. В принципе, в любое время, ну, уж, конечно, не глубокой ночи, но, тем не менее, он всегда нам даст ответ, подскажет. Ну, это в отношении, допустим, там, какой-то финансовой части, где там обмен валюты совершить, как это сделать. Потом по поводу, допустим, каких-то поездок, приехали мы, в этот раз мы покупали местную сим-карту, тоже вот, все вот эти вот какие-то нюансы, мы мгновенно задаем вопрос, нам мгновенно дается ответ, вот, поэтому тут мы только слова благодарности. Отдельно хочется поблагодарить компанию REST Property, потому что мы уже не в первый раз арендуем именно у этой компании апартаменты, она всегда нас выручает и удовлетворяет всем нашим желаниям и потребностям на 100%. И даже иногда мы уже задумываемся купить здесь квартиру, потому что это очень выгодно, дешево. И, конечно же, ну, Турция, климат, комфорт. Действительно, возникают мысли о покупке жилья, и вот в очередной раз они нас посетили. Даже мы смотрели подборочку предложений, которые компания дает. Ну, пока, может быть, еще окончательного решения не приняли, но, тем не менее, если мы его примем, то, конечно, сотрудничать и работать будем только с компанией REST Property, потому что это надежно, это серьезно, это уверенность в том, что все получится на 100%.